В начале новой торговой недели доллар США имеет смешанный характер торгов. В этот понедельник не ожидается большое количество экономических данных. Тем временем производственный индекс штата Нью-Йорк достиг максимума в июле за 2 года. Далее в течение недели все внимание будет приковано к встрече ЕЦБ, в результате которой ожидается внесение поправок с учетом риска. На данный момент курс евро и доллара остается неизменным. Текущее значение 1,1469 пунктов. Британский фунт по отношению к доллару снизился на 0,25%. Соотношение валют 1,3061 пункт. В центре внимания соотношение доллара и иены. Ключевая линия сопротивления сформировалась на уровне 112,85 пунктов. Краткосрочные позиции будут ниже этого значения с отметками 112,25 пунктов и 111,9 пунктов. Драгоценные металлы дорожают. Стоимость серебра продолжает расти. Долгосрочные позиции будут выше 15 долларов 85 центов со значениями 16 долларов 23 цента и 16 долларов 37 центов. Цена золота на 0,5% выше. Тройская унция стоит 1233 доллара 20 центов. С вами была Терехина Мария специально для Trading Central Web TV.